Но они все-таки, вы знаете, но тогда не было телевидения, поэтому все ходили по улицам. Я это в Эйлате сейчас увидел в Израиле. Ходят по улицам, как будто нет телевидения. А мы тогда ходили, потому что действительно его не было. Поэтому люди видели друг друга. Поэтому было упорное, настойчивое на ходу ухаживание за девушкой. Были вот эти дурацкие девушка, скажите, пожалуйста, который час, девушка, а вы куда? А вы читали Хемингуэя? Это все сзади говорилось. Сейчас как-то бессмысленно это говорить. Я не знаю, где Все сейчас. равно не читала. Да, и где они сейчас знакомятся. Я не могу сказать, что я полон этими впечатлениями, но это была та Одесса. И она кричала во дворах, и когда во дворе был какой-то скандал, она кричала вот этими голосами, эти крики, эти слова, и этот совершенно непонятный язык, состоящий из трех-четырех языков. Ну, короче, это вот язык, когда мыслят по-еврейски, а говорят по-русски.